относитесь к братьям Михалковым, к Никите Сергеевичу и к Кончаловскому? Я обоих считаю очень и очень крупными режиссерами. Угу. Вот один из них достаточно заметная фигура в общественном аспекте. Вы разделяете, я сейчас не про вашу биографию говорю, а в целом в отношении к коллегам, то, что человек делает в профессии, ну, в данном случае в кино, и его высказывания там, ну, скажем, на тему общепита, транспорта и прочего? Да, я разделяю, потому что общепит, транспорт благополучно, значит, исчезнут. А картина «Раба любви» или «Неоконченная механина» останется надолго, на очень долго. Угу. Все это мы не знаем. То есть мы знаем, что Лермонтов был чрезвычайно желчный, злобный персонаж. Да? Но нас же не это интересует. Нас интересует ее в его поэзии. Угу.